Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. А, всем привет, меня зовут Валера. Я играю в Майнкрафт, и мне это очень нравится. Звонить сейчас не намерен, потому что сейчас Майнкрафт на кону стоит, его надо пройти на спидран эффекте. Пожалуйста, здравствуй. Ой, не та фото. Да. Это не то пальто. Раз, два, там быстро, быстротечная будет. 2 секунды и все. Опа, раз, два. Номик убрали. Опа, все, номика нету. Так, что там, еда. Ну, еды немного, конечно. Хотелось бы больше еды. Надо грядку, как ребята говорят, сделать грядку. Блин, не совсем знаю, как ее правильно сделать. Грядку, как сделать грядку, блин. У меня тут где-то книга есть по Майнкрафту. Надо найти, прочитать, как грядку сделать. Сделаем женскую мотыгу. Вот она. Каменная пойдет по сухе? Или нужна алмазная? Таблички по 2000. Сейчас я грядку быстро сделаю. Сейчас. Нормально вот тут будет расти или надо на верхушке? Ну типа вот семена пшеницы, да? И высаживать ее или что? Куда? Это глина или что? Земля. Так вот, земля нихуя не садится. Земля. Ну. Понял. Чел делает грядки. Есть контакт. Почему оно формируется другой цветом? Ну, типа раз и все. Воды налить надо, да? Надо больше грядок, да? Ну, хорошо, ладно. Как скажете. Есть контакт. Сейчас сделаем, не переживай. Свет есть, я сделал, фонари повесил. Сейчас у чела попрет здесь. А, дырку с верхушки сделать? А ты видел, да, новость о том, что уже даже обезьяна прошла Майнкрафт? Ой, а ты уже лет на детских настройках в этот... А, ты что, Майнкрафт играть начал? Нет, ну солгасись, закрадываются мысли. А, ты Майн играешь, чувак? Дружочек. А, ты в Майн начал играть? Ты что, прошел его? Чел, ты майнер? Вот так вот, чтобы по распределениям было. Все, пошла вода. Все. Сейчас будет расти, вот видишь? Поливается прекрасно. Чем больше света, тем больше травы. Чем больше травы, тем больше кайфа. Тьфу, осуждаю. Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение 3-го мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально, ну, за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Забор-то украсть прикольный. Какой же ты конченый. Строит ферму под землей. И этот человек говорит, что в деревне жить лучше, чем в городе. Сам из гаража не выходит годами и думает, что еда появляется магией Ролинка. Не, погоди, ты сейчас не по факту сказал. Сейчас я забор заберут, у меня он там как раз пойдет. Вон она, зелененькая, как раз свежечка.
Пойду-ка я украду ее и посажу себе домой. Есть контакт. Но надо, чтобы большая грядка под землей была. Чтоб никто не видел. Ой, в смысле, чтобы никто не съел. Да. Все, закрываемся вот сюда. О, видишь, что? Поперло-то как. Красота. Если посадить яйцо, курица не родится. Давайте попробуем. А, по-моему. Хотя можно как удобрение. Хорошо, что есть у нас ломтики арбуза, женского туза. Пшеницу посадить возможность имеется у человека? Нет, не имеется. Хорошо, человек безвозможный. Ладно, перо. Семена арбуза. Высаживаемся. Есть контакт. Так, прекрасный ход. Объявлен женский бойкот. Есть контакт. Блять. Тихо. Ну как? Ну как, лайк? Ребята, лайканите трансу. Ну что, пойдет, да, все? Дырку вверх сделать надо. Чтоб солнце свет был. Есть контакт. Прекрасный ход. Все. Луч солнца золотого. Видишь, как всходит сразу. Боже, как красиво. Кул, бро, растет. Все растет, все расцветает. Тёлка на моем хуе. Летает. Да, летает. 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 Да иди нах. Слушай, а если попробовать мясо посадить, а? Не вырастет ли конь или лошадь? Нет, сыромятка. Так, все, пожилое тело сейчас пойдет немножко. Что-нибудь украдет еще в виде еды, там похавать. Пока он будет воровать, то есть я, Валерчик, да? Слушай, это печка, коптильня. Ну, в принципе, у меня дома такой нет. А мне бы она не помешала. Стекло, кстати, действительно. А, его нельзя просто разбить и потом собрать. Я понял. Если ты его разбиваешь, то это навсегда, к сожалению. Слушай, а у меня дверей нет. Давай не будем крафтить, а просто заберем чужие. Действительно. О! Чтоб я типа слышал, когда кто-то заходит ко мне, когда он пырим, блин. Лишним не буду. Хотя подожди, я слышал, что от разных звуков растения ведет себя по-разному. Ну посмотрим, видно будет. Так, вот здесь двери поставить надо. Есть контакт. Не, ну типа, чтоб если вдруг крипер, чтоб он сюда не прошел. Типа раз и все. Ой, блядь. Всех ромок забанить прошу, пожалуйста. Хочешь пукну? Не, не надо. Я че, блядь. 61 брат. Нормально, чел. 61 брат у Челикса, жас. Есть контакт. Если б я не пил, я бы женат бы не был. Все, чел пошел в лаву. Пиво свежее из бочки. Пронесет сосед маслак. Разбросаю я носочки. По периметру жилья. Ахуе. Ахуе. Ахуе, халажина, зае, зае, блять, заинька моя. Сейчас упадет водичку. Твои слова водица, вот бы не напиться. Заткнись, нет.
тут уже я так заблудился, что блять, мама, нет. Ебать, вот это да. Сука, чуть в яшу не упал. Папич снял видео час назад, сказал, что больше не будет стримить. Не знаю, что сказать. Может быть, налутался, так сказать, чел, и решил уже уйти, я не знаю. Ну, типа, может как-то сменить образ жизни. Но я не знаю, что сказать. Что тут можно сказать? А может, просто человеку надоел. Ну, это факт 100%. Да и ладно, как бы не было. Человек сам всегда делает свой выбор. Главное, чтобы было по кайфу. То, что человек хочет. Да. Правильно, правильно. Нужно всегда по жизни делать то, что тебе хочется, и то, что тебе нравится. Вот. Потому что другие варианты, они не должны существовать. Так. О, уголек. Я хочу посообщить тебе о том, что я даун. Сейчас я буду делать портал подземное царство. Так называемый ад. И буду стержни малахитовые. Так, ну дальше я уже не совсем, конечно, помню, куда правильно идти, блин. Там уже потом нужна будет ваша помощь. Хотя вы, конечно, меньше меня знаете во всех играх. Но все равно, может быть, что-то да напомните в чате. Итак, есть еще такая... вот... Смотри... Ой, не то. Не то пальто. Знаешь, есть такая пословица. Меня тяжело найти, невозможно забыть и сложно потерять. Дедушка, звонить есть. Сегодня будешь одной девочкой сосочки. Ты бы очень поднял настроение. О, ну раз такое дело, позвонить девочке, чтобы поднять настроение, это многого стоит. Нормально? Ну вот и все. Чел готов идти в дырочку. Ну да, только надо определить, что с тобой взять. Все такое самое ценное оставлю дома, потому что... Блять, упала радиска. Мама, у меня тебе шо, писька? Записка? Актриска? Рот закрой. Вроде как все, да? Меч, щит. Кирка и хавать. Здравствуй, ну, Валера. Здравствуй, Честер. Если дали прокатиться на машине, но позже выяснилось, что это оказалось Toyota, не пойму, как избавиться от скверной кармы. Срочно нужна твоя пожилая консультация. О, нормальное место, кстати. Нет. Ну что? Знаешь, как есть, вот честно сказать, нет, когда девушка... Ты же понимаешь, что снова падешь от яшки? Как женщина сейчас, и в итоге врубишь читы и будешь попущен чатиком. На, понюхай говна моего. Блин, да мне понять, блин, где этот замок. Может быть, там? Дедушка, я верю в твою победу. Играй смелее. Подожди-ка, дружище. Спасибо. Что-то я начинаю припоминать, твоя мать сосала! Всем привет, меня зовут Валера. Я играю в Майнкрафт, и мне это очень нравится. Сюда. А, подожди, вот это вот похоже на стены. Такой же материал. Во, смотри, по-моему, это то. Да, это стены, мне кажется, замка. Да, это мостик. Ой. Что это за хуйня?
блядь, кто там хуяры? Как это сделать, чтоб я... О. Лох. Соснул гнида. Так. Так, вспоминаю. Вот это, по-моему, уже конец замка, как раз его обратная сторона. Это когда уже выходишь из замка. Вот это вот. https://auto.b/ksivchaikxba Сейчас, ребята, сейчас Сережке спросовать телефон звонит. Сейчас Сережа. Извините. Сережа звонил. Вот это падла меня тут раз убила как раз. Сейчас обликаду сделаю небольшую пока что. Вот такую вот, чтобы запрятушку сделать. Сережка просто звонил, блин. Что за звуки? Дед, привет. А? Извините, это вот здесь собрание шкуфов проводит. https://disk.yandex.ru/is/6sychins9xldio Дедушка, ты самый лучший. С днем рождения тебе, родной. У всех своя жизнь. Что вы там в чате свои каблуки шлете? Вы под каблуком сами. Не смейтесь над дедом. Он настоящий мужчина. Так, ладненько, Сережка звонит. Делится новостями, Серега. Трактор, трактор. Ну, вспомните этот трактор. КПЗ-13, сори, ребята. Сережка звонил. КПЗ-13 трактор, али. Чё там, али, запчасти, когда будем заниматься, понял? Ну, типа, помощь нужна. Помощь, али, нужна, блин, аппарат. О, там и трой, нихера себе, чё там дофига? Чё делать? А ну, щит они же не пробивают? Пи***ц. Чё делать? Чё делать? Блять, он еще сбоку вылез. Пацики, что делать? Что делать, ребята? Ок.каблуч. 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 Короче, буду пробовать щитом идти. Вот так вот. Раз контакт, два контакта. Сейчас, пацики, видишь, они как? Они еще прячутся по бокам, они же летать умеют. У, сука. Твое мнение по данной новости HTTPS /media.ly.ru/news/401/17/обезьян прошла вчера в примате для финального босса дракона края слеж. Ничего, сейчас их потихоньку попробуем выцепить. Уничтожить, Джесс. Потихоньку попробуем. Твою мать. Сережа звонил. Короче, я придумал другой план. Надо копать вверх, наверное. Как-то сверху вниз, что ли. Чё посуду да, не помыл? Я в Майнкрафт играю, мне по вообще на всё. В смысле? Да, блядь, ебать, ты заебал!
Дед, можно поинтересоваться вопросом, чё, посуду не помыл? А? И нахуй. Отстань от меня. Отстаньте! Всё, занят, играет человек, играет в Майнкрафт. Я сказал. Ты чего посуду не вымыл, женщина? Под твоя мама мне посуду сейчас муть приедет. Не пойму, куда я иду. В ту дырку, не в ту. Блять, я перегласку сделал. Ой, привет всем. Ой, извините, куда я пришел, хуй пойми. Тихо! Я что, не в ту сторону хуярился? Я же тут был, блядь, я дебил. В смысле, я что, в обратную сторону хуярил? Дед, так ты же женщина, а не посудомойка. Ты все равно не пройдешь. Майнкрафт, а где они делись? Посуду. Посмотри, их нет, чел. Слушай, они же тут были, правильно? Они вот здесь были-то. Привет, Сережки, передай. От Рокера. А сколько их? 10 надо, да? Десять штук надо. 10 надо, пасеки. Как обстоят дела с мойкой посуды? 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 Слэш двоеточие амперсант собака подчеркивание обратно. Слэш слэш двоеточие амперсант собака подчеркивание обратно. Слэш двоеточие амперсант собака подчеркивание обратно. Слэш слэш двоеточие. Может тут дырку сделать и воды налить туда? Посуду помыть? Три стерна у чела. Когда там? Как старые добрые? Люблю тебя. Когда ты давно даже звонок заказывал, но ты своровал. Есть дела такое. Зачем своровал? Аааа! Алинкой. А, привет, братан. А кто это? Есть контакт. 7. Пустотелый. Пацаны, выходи по одному, давайте драться прямо здесь, на моем территории. Рот закрой. Извини. Что происходит? Это что происходит? Ого. Что делать, пацаки? 11 стержней у меня. 11. Да, я не понял немножко. Ты посуду идешь мыть или нет, черт? Щита нету. Портал банул. Мне не надо больше они, да? Правильно. Итак, батле, ну что, я пошел в дырку, да? Ну да, походу. Ну все же, правильно, в аду мне сейчас не надо. Ничего. Правильно, ребята?